Казанском архитектурно-строительном университете прошел очередной тур студенческой волейбольной лиги. Подробности в сюжете. 12 апреля в зале встретились команды казанских университетов – федерального и архитектурно-строительного. Женская команда федерального университета одержала победу со счетом 3-0 и вышла в полуфинал. По первой партии можно было сказать, что было много мелких, глупых, невероятных ошибок. Потом мы сыгрались, поняли, что надо делать, как забивать мячи, куда скидывать, как обыгрывать. И очень хорошо сегодня справились с приемом. 19 числа, в следующий понедельник, кстати, приходите, в 18:30 в нашем спортзале в Униксе с Поволжской академии за выход в финал. В состязании мужских команд со счетом 3-0 победила команда архитектурно-строительного университета. По словам тренера команды федерального университета, при подготовке игроки недооценили противника. Поэтому стратегия следующей игры будет изменена. Проиграли первую партию, вторая-третья партия нам не хватило уверенности, что ли, не могу сказать. Просто, грубо говоря, поплыли и не смогли реабилитироваться. После турнира команды намерены уделять больше времени тренировкам и изучению стиля игры противника. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.